Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Fallout 4. В прошлой части мы побывали в лаборатории, где сдавали кровь и увидели на горизонте странный бункер. На смысле, на радаре. Ну и сейчас будем направляться к нему. Посмотрим сегодня еще и это место. Надеюсь, узнаем что-то интересное. Бункер где-то здесь. Еще бы его отыскать. А вот он, вот здесь вообще прямо. Ха, я вижу болото. Коровку. Но не вижу бункер. А, вот бункер, да. Нет, это не бункер, это просто поселение какое-то. А на вид как бункер Теда. Убежище мэра Бостона. Ух, вот это круто. Вот это круто, друзья. Помните, в одной серии я хотел посмотреть, как живет мэр. Мы нашли в мэрии записки, что он вместе со своей семьей скрылся в каком-то бункере. Ну, собственно, жену я его нашел уже. А это, наверное, сам мэр. Так, давайте осмотрим сначала здание. Мне важна любая информация, потому что я интересовался этим вопросом. Однажды. Ну так мне ничего путного не рассказали про это все. Так, это я забрал. Тут еще, видимо, обслуживающий персонал, которого в бункер не взяли. Терминал рабочий, кстати. Дистанционное управление дверью, хорошо. Я не знаю, что там за дверь. Но мы что-то открыли. Надеюсь. Оттуда никто не выйдет. Мэр, например. А где же дверь? Наверное, здесь, да? Вот этом. А, да, отсюда идет провод. Значит, мэр в этом районе. Друзья, мы сейчас все-таки узнаем, чем закончилась жизнь мэра. Это не мэр был. Это была охрана, защищающая бункер, погибшая во время бомбардировки, да? Ядерной войны. Ладно, заходим. Очень интересно. Все самое интересное находится на краях карт. Так, сигнал тревоги был включен. Но я не надеюсь, что я здесь застану живого мэра. Макриди, надеюсь, ты тоже сохранился. И никто до этого позиции не выжил. А дальше мы спускаемся вниз. А, мэр Бостона, вы здесь? Я пришел вас спасти. Давайте, наверное, возьмем вот это. 44-й калибр. Он понадежнее будет. Тут стелс-бой. А нам намекают на что? Что, прятаться придется или что? Мы прятаться не привыкли. Но я не знаю, может здесь эти будут. Болотники, как обычно. Местность располагает. Пока никого. Проход дальше. Все двери выломаны. Интересно, кто это сделал? Так, Макриди почувствовал опасность. Он почувствовал опасность, но я тоже. Ух ты. Нифига себе. Сука, не попадаю. Попал. Попал, попал. Здесь терминал. Я его через решеточку не могу свои пальцы туда просунуть. А дверь легко открывается. В ручном режиме. Ну что, хоть кто-то уцелел. Хоть турелька уцелела, и то хорошо уже. Терминал легкий, а что он делает?
Ведет. А, можно было отключить турельку, но это не наш метод. Давайте его в любом случае скроем. Колесо 0. Гикс. 0. Нойз. 2 сходства. Адоб, глоу, что-то тут слов до хрена, мне кажется. Одно сходство, это на Е должно заканчиваться. Рокс. Глоу в одно сходство, Рокс вообще не подходит. Воркс, вот это что ли? Нихера себе, я не скрыл легкий кейс. Очень интересно. Тен, таунт, ноль сходств. Always одно сходство, хил. Ну да. Управление турельками. У нас одна единица всего лишь была, и она уже уничтожена, в принципе, ломать смысла нет. Но Макриди одобряет, и я думаю, скоро он поделится с нами своим последним квестом. Я, по крайней мере, в это верю. Так. Не забываем собирать все, что можем. И я все еще надеюсь встретить мэра. Отличный спуск. Спуск, интересно. Вниз, вверх. Наверное, вниз. Вверх-то некуда. Вверху мы все с вами видели. На всякий пожарный. Так. Ситуация выходит из-под контроля. Кто-то там есть, я уже ощущаю дыхание какого-то демона. Здесь аккумулятор. И выход. Куда? Офигеть. Там было по-человечески можно пройти. И нет, я нашел дыру какую-то, блин. Может, мэр по ней бежал? Что это такое? Это банка. Бежал, видимо, и ел, да? Ха, припасы. Да, вот они. Наверное, мэр с женой. Не исключено, что последнее, что можно доели, здесь бомба. Хотя нет, это крышка мина была. Возможно, она бы взорвалась, да. Закольцованная с нашей обезьянкой, смотрите. Охренеть. А тут что? Тупик. И это лифт. Нет, это не лифт, это дверь. Открывает, закрывает. Ну-ну. Обожаю старые бункеры. Смотрите, ничего, он тут жил. Баскетбольная площадка была. С женой, да, гонял? Тут никто не выйдет. Робот? Синты, я так и думал. Знать бы, где они. За дверью, что ли? Макриди, это ты с ними уже? Да, скорее всего, за дверью. Так, ладно, осматриваем бегло эту территорию, этот баскетбольный ипподром. Вот у нас что, музычку можно было слушать, да? Кепка, бейсболка, куча мячей. Оу! И в бейсбол можно поиграть, а? Куча баскетбольных мячей, бейсбольная перчатка, спортплощадка самая настоящая. Воу, и тут дыра. Ну, мы с вами попали, конечно. Да, не здесь, дверь открыта. Что-то с этим пистолетом не очень, да? А ну, выходи. У меня один выстрел. Один выстрел прямо в глаз.
Так, шоковый пруд себе оставь. Откуда вы приперлись, уроды? Там перестрелка вверху. Макриди, наверное. Так, ладно. Кошмар, здесь столько проходов. И я начал обходить эту территорию с дыры в трубе, представьте. Бильярдный шар, какая-то прививка. Бутылёк пива. И все дороги ведут вверх. Может, конечно, так и правильно. Фотовспышка. Фотографировался медведь. Вот Fallout 4, я вижу, любят, да, всякие ситуации разыгрывать с мишками. Так, два там. Два падлы там. Где Макриди, я не знаю. Наверное, его уже пришпилили. Хорошо. Ванная. Душевая, вернее. Так, это оружие не подходит для синтов. Давайте с этим попробуем. Здесь тоже спокойно, есть какая-то информация. Кто-то, возможно, что-то нам хочет рассказать. Сообщение охранника. Didn't want her to see him like that. I told her he'll be back soon and not to worry. In the meantime, I told her to take the children down to the utility room in the gym and wait for the all clear. Situation's getting out of control and we're outnumbered. It's only a matter of time before this place falls into chaos. Офигеть. Мэр, наверное, тогось. Сам себясь. А в подсобном помещении находятся дети его, да? Что-то я там не увидел трупов. Так, терминал очень сложный. Это, видимо, один из... Ключ от туалета в убежище мэра Бостона. Интересно. Твою мать. Макриди, тут столько... А, да здесь. Так где, блин? Свет же отсюда был. Кошмар. Я не понимаю, откуда он. Я вернулся сюда посмотреть. Вот он. Сука, ну ты же где-то здесь, тварь. На моем уровне. Я пришел сюда, где-то здесь туалет есть, или убежище какое-то, спортзале. Я же, по-моему, все смотрел. Или что-то не заметил. Вот это дыра, наверное, да? Хереть, куда она ведет? О-оу. Нихера себе. Нихера себе. Фух, я услышал рычание. И спасибо моему 30-зарядному убойному карабину. Надо по ногам стрелять, и тогда он без сил, оказывается. Так, толстяк я забираю. Убежище для когтя смерти. Неплохо, да, он тут здесь примостился. Патроны для пушки, ни хрена себе. У меня есть пушка, кстати. Здесь просто жил коготь смерти, и он упал откуда? Вот с вот этой дырочки. Охренеть. И здесь он обитал какое-то время, прорыл себе дыру. Полноценно. Где здесь в спортзале туалет? Я не знаю. Ладно, пошли. Я думаю...
Тот туалет мы видели. Ну что, самое страшное мы, наверное, уже с вами пережили. Хотя вопрос сложный. Еще синты. Вот это, наверное, туалет. Так он был открыт, я его даже не взламывал. Туалет же, да? Да? Нет, это не туалет, это реструм. Вот здесь еще. Офигенское. Закрытое хранилище. Но я думаю, сейчас мы откроем его. Очень сложный терминал, но я думаю, получится. Давай. Infestation. Конечно, с первого раза. Легкий не открыл. А этот с первого раза просто поддался. Макриди. Налетай, разбирай. Антирадин. Медикс психо, радикс. Есть. Осколочная граната. Что это у нас? 45-й, 44-й калибр. Очень ценные патроны. Это на мой автомат я начинаю собирать. Да ладно, время зря потратил. Я столько собрал, что ты офигеешь. Ну что, двигаемся дальше. Вот это сортир, нет? Не знаю, не знаю. Немного денег. Одна невозвращенная книга. Какая-то хрень. Мистер Храбрец, сейчас его соберу. Опа. Коллекционный, не как-нибудь. Настольная игра, здесь дети жили, их куда-то вывели. Какую-то безопасную зону. Ну что, пошли дальше. Еще одна душевая, но это не туалет. Хотя и туалет можно ее назвать. Синда тут командует. Но мне долго осталось. Так, две двери. Так, следопыт. О, есть, друзья, вот туалет, представьте. Вот здесь находится семья. Блин, аж страшно. Да, здесь, конечно, жуть. Очень сложный, прикиньте. Журнал. Здоровье восполняется со скоростью 1 единица в минуту. Ну все, теперь меня вообще никто не убьет. У меня регенерация просто сумасшедшая теперь будет. Уютное место такое здесь было. Давайте попробуем вскрыть. Может, я не найду ключ на этот сейф. Хотя, наверное, он там, в туалете. Ну, за вскрытие дадут, конечно же, опыт. А может, и не дадут. Но эти шпильки того стоят. Yes. Антирадин, крышки, дробовик, 44-й калибр, радык, свинцованная, эмалированная броня, беру все. Стрелковый, мощный, боевой дробовик, тактически мощный, я заберу вот это. Да, и это заберу, я сейчас ходить не смогу. Да нет, еще хожу. Так, ну что, идем правильно. Давайте вскрывать туалет и посмотрим, что там с детьми-то стало. Мать твою. А вот, кто-то с радио здесь сдох. А, это мэр, друзья. Прощание мэра. Он... Это охранник его закрыл, а дети куда-то в другом месте оказались. Где-то в другом месте. А это что за тайничок такой? Сигары, наверное. Он взял радиоприемник и бросил в воду. Но при этом напился. Судя по вещдокам, да? Вот так мы распутали. Это серьезное дело. Вот и мэр закончил свою жизнь в сортире.
I'm sorry it had to end this way. I tried to build a place where our children could live comfortably. You know, I'm a family man, and know our children come first. I'd do anything for them, even at the expense of taxpayers' money. The mob has broken through, and it's only a matter of time before they reach the lower level. As a last resort to protect our family, I give you... Well, I give you myself. Take my body to the people. Tell them I died a coward. Maybe they will leave you in peace. I left the key to the safe with one of the attendants. I forget his name. Anyway, goodbye, my darling. I love you and the children so much. Вот эта история, охренеть. Короче, про это убежище знали, видимо, многие и рванули сюда. Рванули сюда, и мэр не смог сдержать толпу разъяренную, которая пришла, собственно, и раз... Краила череп всем, кто здесь был. Блин, куда идти? Это что, наверх пошел? Да. Держите. Шикарно. Готов. Готов. И этих мы разбили. Еще два наверху осталось. Вот такая вот грустная история. Убежище мэра Бостона. Идем дальше. Может, еще что-нибудь узнаем интересное. Тошка, сигары. Бурбончик. Ядерные батареи. Так, это уже хрень собирать не буду, иначе я не выйду отсюда. Еще одна зараза какая-то здесь ползает. А это было... Что это такое было? Кладовая обычная. Давайте начнем с самой глубины. Все, я не могу нести, надо что-то выбросить. Давайте нахрен выбросим толстяк. Я его схватил. Из-за жадности. Он самый первый у нас, по идее, должен идти, да, выбросить. Нахер он нужен? У меня их там уже штук 10 или 15 за всю игру собрано. Вот это история, конечно. Лучше сигарет взять, правильно? И, надеюсь, боеприпасов. Сейчас самое ценное — это патроны, которые надо собирать. Особенно на автомат. Автомат — это наше все. Отлично. Это что? Ключ от сейфа в убежище мэра Бостона. Он его положил сюда, но мы его уже вскрыли. Да, вверху еще остались турели, хотя я их отключал. Макриди, выпусти меня. Масло для мистера помощника. Заряд плазмы 6. Какое-то мыло, хрень всякая, в общем. В общем, пошли повыше. Hostile sensor reading detected. Эти ублюдки здесь. Это мы просто с тылу зашли благодаря тому, что в трубе оказались. Так, вот здесь они. Да, где-то там. Так, тебя. Тебя. И кто-то еще. Одна турель, наверное, осталась, да? Да, вот она. Нет, это не она. А кто же это был, блин? Что, вверху? Да. Я просто над ней стал. Под ней, вернее, стал. Бурбончик вместо огнетушителя. И я выжил.
Вовремя, конечно, подлечился. Все, последнего мы убрали. Он стоял здесь на стреме, как вы видите. Телефон, бурбон. И терминал последний. Сложно. Интересно, что там серебряная вилка. Так, инициали 3. Даже не знаю. Экспенсив 0. Все подряд буду нажимать, надоело мне смотреть. Sweet. Да. Сеть базы данных отключена. А давайте включим. Открыт только для уполномоченного персонала. Установка соединения, естественно, не получится. Управление дверью, открыть дверь. Ну давай откроем. А какой дверью? А, вот этой дверью, нифига себе. Отлично. Здорово. Еще небольшой склад припасов. Патроны для дробовичка и больше ничего. Еще одна микродверь. Нифига себе бункер. Нифига себе бункер. Это тот самый лифт. Ха-ха. Если бы мы с вами... Что? А ты где? Я не понял. Я одного пропустил, что ли? Да. Один остался. Самый разговорчивый. И самый легендарный. Я не пойму только, что ты с одного раза умер, ты же мутировать должен. И еще кто-то. Не понял, вы что, охренели? Кто вас сюда пустил? Ну там я уже... А, друзья, это был секретный туалет, скорее всего. А это... Вот это. Военные и, скорее всего, дети, наверное, мэра, да? Но у меня другой идеи нет, потому что я, по-моему, заглянул везде. И дети мэра, которого съели. А нет. Еще одна дверка есть. Все-таки я немножко... Чего-то не увидел, опять не могу бежать. Но факт остается фактом. Они не выжили тоже. Вот только какой смертью они погибли. Но я думаю, их может сожрал этот. А, вот жена, походу, его, да? Да, походу, это и есть та комната. И вот, бостонское убежище, где ты? Ну вот мы и узнали, что случилось с женой и детьми. Отсюда я, кстати, вижу кровь. А отсюда уже не вижу. Да, жить, друзья. Никто не выжил. И мэр даже не... Мэра даже не спасла. Не спасло его убежище. В общем, охренеть. Ну теперь все. И теперь все точки над И расставлены. Хотя еще что-то здесь есть. Убежище мэра. Квест здесь будет. А, да, вот это еще надо вытащить. Свет ему уже не нужен. А, и мини-заряд, естественно, тоже надо забрать. И все. Я думаю, когда-нибудь мы сюда еще вернемся, если будет квест. Ну а теперь можем свободно и спокойно покидать это место. Через тот же лифт, который входили. Но теперь точно все.
Главное теперь добежать. Вопрос только куда. И как. Лучше, наверное, это сделать через трубу. Так, хотя бы мы по прямой с вами пойдем. И толпа, наверное, видите, почему на него напала, на мэра. Так как знала, что он на день... Опять ты. Сука я такая, ты где сидишь? Его не видно, но он разговаривает, заметьте. На деньги налогоплательщиков он построил это убежище. И поэтому... Его очень сильно наказали. Так, не нравится мне этот тип. Слышите, они что, вечные здесь? Сколько я уже убил их? Может, конечно, какую-то дверь не увидел, но я уже не могу бежать, у меня уже сил нет. Вверху ходит, да, свободно. Так давайте нахер что-то выбросим. Я не могу так ходить. Оружие. Бесшумный пистолет гладкоствольный выбросить нахрен. Еще что-то надо выбросить. Импульсная мина пусть будет, креамина 2 пусть будет, крышка мина пусть будет. Вот эту хрень. А ну, гнида, где ты здесь? А ну, рассказывай. Это, блин, ты, Макриди, чуть не убил тебя, придурка. Вот это еще не вскрыл. Ну, конечно, история весьма печальная. Бакумная лампа. Что-то красное в воздухе. Пылает. Ведерца. Вверху. А как же вверху, если я вниз спускаюсь? Какой нахер вверх? Надеюсь, я уже всех перебил. И синтов, и не синтов. Автоматический. Нет, ну я правильно иду, конечно, но что-то их здесь больше нет. Это мэра комната. А, вот здесь еще проход, да? Нет, это не тот проход, это... Известный нам проход, и здесь я тоже был. Это опять вышел спортзал. Обалдеть, интересно, где же у нас тут еще синты сидят, суки такие. В трубе почему-то их слышно больше всего. К чему бы это? Хер его знает где они. Я уже к лифту вышел. Hello? Вот здесь вверху. Это как? А ну выходи, урод. Ну это баги, наверное, какие-то. Они, наверное, где-то в текстурках. Вот, я на его уровне. Слышите, ну такое невозможно. Как ты здесь оказался, мать твою? Тут только постреливать можно, и тогда можно его вызвать, да? Да, где-то в текстурках они висят. Ладно, это уже не важно. Можно выходить свободно. Один еще, по идее. Да, вот он. Вверху. Где-то вверху и тоже, наверное, в текстурке. Все, выходим нахер. Только правильно выходим, я опять иду не туда. Макриди, ты хоть бы его уже подстрелил как-то. Хотя он может быть здесь быть, да. Может быть один появится вверху. Скорее всего, так и есть. Это на выход нам, видимо, одного оставили. Да. Это чтобы мы не расслаблялись. Вот теперь точно все. А я его ищу, бегаю по трубам. Хотя этот, наверное, здесь был. Я в этом уверен.
Этот, скорее всего, здесь был, только через текстурки провалился. Еще два. А вон они. Даже не два, а три. Ну и все, дело-то. Они просто выход перекрыли. Как они меня нашли, я не знаю. Все, я это все заберу. Все равно я уже на выход иду. Суки такие. Никакого покоя от вас. Ну да, здесь я уже был. И здесь я тоже уже был. Вот такое вот убежище. И вот такой вот выход из него. А тем временем у нас здесь рассвет. А, реально, смотрите, толпа приехала на экскаваторе. Она выбивала двери бункера вот этой штуковиной. Что ж это за бункер, если его можно так легко вскрыть? Вот тут-то вся трагедия разыгралась. А я не обратил внимания на экскаватор. Думаю, ну стоит себе, мало ли. Может, что-то поломалось. Да, смотрите, они привязали веревками к вот этому трактору. Водитель трактора погиб смертью храбрых. Может быть, охрана застрелила. И все. И они вошли. А дальше мы знаем, что случилось с мэром и с его супругой. Причем очень хорошо. Это я здесь дырку ищу. Как, откуда коготь смерти ко мне пришел. Откуда-то отсюда, наверное, упал. А, все, конец карты. А вот здесь заканчивается мир Fallout 4. Вот на этой границе, на этих горах. Но я думаю, я не найду дыру. Видимо, разработчики указали, что она где-то там находится. А я думал, ну да, это нелогично, как бы. Как я туда попаду? Загрузка нужна. А загрузки здесь нет. Ну что, друзья, все. На крыше этого бункера мы с вами и застопоримся на сегодня. Довольно грустную историю мы еще одну с вами узнали. Про мэра Бостона. Ключ которого, кстати, мы давным-давно уже нашли. Я ключ от убежища Бостона не знаю, наверное, уже серии 120 ношу. В самом начале игры он мне когда-то попался, это можно выключить. И все. На этом все. Спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В следующей части продолжим наше путешествие. С вами был Дмитрий, канал Shadow Игровые Миры. До новых серий. Пока.